когда идет та-да-та-да-та, музыка, как ты это ставишь? Вот как ты это поставишь? Та-да-та-да-т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 а
И, значит, в какой-то момент я говорю, давайте я представлюсь, выхожу на этот участок, который сцена, и говорю, ну, здравствуйте, вы, наверное, все думаете, кто я такой. Ну, меня зовут Михаил, фамилия моя Земцов, я врач. Делаю паузу, и у них прям рты открылись. Какое попадание! Потом я рассмеялся, ребята тоже посмеялись. Вот такая шутка. Но меня очень тепло приняли. И я начал с ними работать. Конечно, без актерского опыта это было все так немножко сложновато. Но спектакль сыграли, туда вошли мои песни. Небо синего кусочек завернулся облаками. Наспех закрутил махорку непослушными руками. Это идеальное место, где я могу воплотить все свои способности. Абсолютно все. Это не бизнес, это что-то совершенно другое. И вот после того, как я это создал, у меня появилась тяга и открылась любовь к театру. Вот этот костюм, костюм короля из «Золушки». Король добрый, ну, чудной такой. Мне красит еще бороду рыжую. И вообще замечательно. Я без очков, конечно. Нет, Здравствуйте. Здравствуйте. Это Олечка Николаевич, тебе удобно. Ну, вообще ничего с этими. Что театр – это действительно мир. Великий мир, который, если берет человека к себе, принимает его, то уже назад дороги нет. Все.